Всем привет, меня зовут Владимир Карелин. Нахожусь в городе Уссурийске по просьбе моих подписчиков, которые попросили меня, конкретно Иван Иванов, попросил меня снять общежитие у ГПУ. Если я правильно понимаю, это общежитие он меня попросил снять. Когда-то он здесь жил и учился. Еще он меня попросил проехать от улицы Некрасова до улицы Пушкина, потом свернуть на Ленина и в конце заключительную сделать остановочку около физмата, самого физмата, где он учился. Сюда я зайти не могу, потому что здесь нужно предъявить пропуск. В общежитии строго по пропускам вход, так что я вглубь туда зайти не могу и показать, что там находится. Поэтому смотрите такие вот простые зарисовочки. Поеду.
the journey to make sense of all the truth. But the camera sees the things we miss. It freezes us in time and it catches every frame as we go tumbling through our lives, and it holds us to a standard that we're never gonna meet. The trying is so bitter when the sugar is so. Сейчас перейду дорогу, пойдем, подойдем поближе. Я покажу. Если я, конечно, не ошибаюсь. Улица Чечерина, 54. Адрес этого заведения. Вот оно. Кирпичное здание. Что там написано? Сейчас посмотрим. Точно. Министерство образования Российской Федерации, Уссурийский государственный педагогический институт, физико-математический факультет. Надеюсь, ваше желание я исполнил. Ну то опять все, предъяви пропуск, туда даже заходить смысла нет. Там злые бабушки стоят, не пускают. Вокруг обойду, покажу вам. Вот, вероятно, вот эта вывеска, где написано, что это улица Чечерина, возможно, это еще с тех времен она и висит. Вот она, видите? Сейчас с другой стороны пройду, посмотрим, что там. А с этого угла дома написано почему-то адрес Некрасова 34. С той стороны Чечерина, с этой уже Некрасова идет адрес. Какая-то гараж тут у них. Не знаю, что это такое. Вот тут через окна я вижу, какая-то мастерская, там часы какие-то. Весы, провода там, верстаки. Не знаю, может быть, вам это о чем-то говорит. Вот гараж. Вон там эстакада, яма, как, да, эстакада. Вон она вдали. Вот ЗИЛ, может быть, вы на нем ездили. Березы, может быть, вспомните их. Наверху там что ж написано? Саск? Не вижу, что там написано на трубе. Или кейк. Крыша. Ну, это уже современная, это уже ремонтированная крыша. Я думаю, что эти березки, может быть, даже вы их и садили. Или в вашу бытность. Вот они подросли как. Забор точно с тех времен, вот тот он бетонный. А вон туалеты, вспоминаете? Сегодня на улице просто шикарная погода. Тепло, ветра нету, солнышко. Сейчас время уже где-то часов
6 вечера, или где-то 5:30, вот так вот. Теплотища, красота на улице. Да, и вот в ту сторону, если идти, вот там вот находится ваша общага. Сейчас это общежитие ДВФУ. А вот это вот через дорогу, это корпус Дальневосточного федерального университета, головной. Там еще какие-то корпуса ДВФУ. Может быть, даже вот эта афиша здесь, она раньше тоже была, я не знаю. Приемная комиссия филиала ДВФУ в городе Уссурийск находится по адресу улица Чеченина, 44, кабинет 106. А этот адрес находится, вот через дорогу переходите, где-то через 2-3 дома этот адрес. Еще раз. Вывеску посмотрите, может, вспомните ее. Она, скорее всего, тут и была в те времена. Здесь уже написано, что это Чеченина, 54. Классы вот там вижу через окна. Там свой маленький репортажик по просьбе многих тех, кто учился, кто служил, кто просто жил в городе Уссурийске, и конкретно еще Ивана Иванова, который учился в этом заведении. На этом мой ролик заканчивается. Всем спасибо, делитесь, ставьте лайки, не забывайте подписываться. Пока-пока, до новых встреч.